Урожай зерновых колосовых в этом году не рекордный, но и неплохой. Пшеницы собрали достаточно, и этого вполне хватит для обеспечения продуктовой безопасности республики. Вывозят зерно и за пределы Карачаева-Черкесии. Отгрузка по сравнению с прошлым годом увеличилась в 2 раза. Насколько соблюдены требования к хранению? Об этом рассказали специалисты Россельхознадзора. Подробности у Альбины Ланковой. Это не барханы и не пустыня. Мы находимся в зернохранилище. А красивый пейзаж у нас создан из кукурузы. Ее хранят, соблюдая все технические условия, так как она считается одной из главных продовольственных культур нашей страны и служит основным продуктом сельского хозяйства. Зерно проходит длительный путь от посева семян в поле до готовых продуктов на нашем столе. На каждом этапе необходим комплексный контроль качества, насколько оно пригодно для человеческого потребления. Эти характеристики устанавливаются в соответствии с ГОСТом и оцениваются в специализированных лабораториях. Управление Россельхознадзора обращает внимание участников, заинтересованных в покупке и продаже зерна, чтобы отбор продукции осуществлялся в строгом соответствии с требованиями правил по карантинному надзору и контролю. Отобранные образцы запечатываются все их пакеты и отправляются в подведомственные Россельхознадзору лаборатории. Анализ зерна позволяет определить пищевую ценность, качество, стоимость, безопасность и область применения конкретного сорта или партии. Результаты оценки зависят от генетических особенностей растения, условий выращивания и хранения. С начала 2023 года Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль при отгрузке зерновых и масличных культур из нашей республики в регионы России. Количество составило более 74 тысяч тонн, при этом из них 14 тысяч – это зерно нового урожая. Большая часть зерна поступила в порты Краснодарского края, Астраханской области и Республики Дагестан. По сравнению с 2022 годом отгрузка с республики увеличилась более в 2 раза. С чем связан высокий спрос на наше зерно из нашей республики? Ну, зерна у нас в республике много, хорошее зерно, качественное, что подтверждается лабораторными испытаниями. Формирование единого понимания обязательных требований законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки – это залог успеха в достижении цели снижения количества нарушений, ответил Аслан Хубиев. Специалисты семенного завода «Колос» фирмы «Хаммер» на собственном опыте знают, что, собрав хороший урожай, не менее важно его сохранить и в дальнейшем рационально использовать. Для этого используют зернохранилище. Его емкость составляет около 50 тонн. Здесь установлен комплекс сушки и переработки зерна. В нем обрабатывают до 3000 тонн продукции в сутки. При поступлении зерновых на хранение обязательно выполняется их сортировка по показателям влажности и чистоты. Смешивать разные сорта запрещается. Такая поддержка качества зерновой массы – основная цель технологии хранения зерна. Урожай в этом году был, вам скажу, не рекордный, но на уровне прошлого года большой урожай. Постоянно производится работа по приемке зерна не только от своего хозяйства, от фирмы «Хаммер», но и от агропроизводителей республики. Сотрудники Россельхознадзора приезжают примерно раз в неделю и контролируют качество для выдачи соответствующего разрешения документов, сертификатов карантинных и так далее для реализации и выезду продукции за пределы Карачаева-Черкесии. Соблюдение всех технологических регламентов позволяет снизить объем естественных потерь продукта и содержать его в здоровой среде. Учитывая особенности культуры и состояние зерновой массы, а также применяя адекватные современные методы для повышения стойкости зерновой культуры, можно сохранять высокое качество сырья на протяжении нескольких лет, отметил Олег Удовенко. Еще для цели сохранности и доведения зерна до требований ГОСТа в «Хаммере» есть своя лаборатория. Работа в ней ведется круглосуточно. Все машины на территории фирмы подвергаются проверке. Из каждой партии предварительно отбираются пробы для контроля, в ходе которого оценивается соответствие ряду показателей. Главная цель – получение своевременной и достоверной информации о состоянии доставляемой культуры.
Засыпаем, размалываем, и он определяет, показывает нам влажность, белок, клейковину. Вот. Ну, естественно, потом перепроверяется у нас основным методом. Это как экспресс-анализ, он для ускорения определения. Ну, а белок и, например, в подсолнечнике жир, ну, определяется как основной метод, потому что он у нас поверен, постоянно у нас калибруется. Ну, анализ четкий. Ну, расхождений, в принципе, даже нет. Каждая характеристика качества зерна имеет особое название и методику определения. Измерительные приборы гарантируют точность проведения измерений, достоверность лабораторной проверки. Результаты анализа – самый главный документ, на основе которого формируется стоимость продукции. И именно ее оценка влияет на цену зерна в контрактах на поставку. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.